Доброе утро. Тихо-тихо снег прошел, падал и кружился, и на землю белый снег хлопьями ложился. Сегодня ночью снег замел наш поселок. Посмотрите, сколько снега. Еще никто не ходил. Вот только коты пробежали. На улице хорошо, не очень холодно. Снег под ногами хрустит. Ну-ка, я хочу выйти посмотреть. О, никого тут не было за огородом. Никого. Вышли почистить дорожки. Дорожки надо почистить. Видите, снег лежит. Вон сколько навалило снега. Так, я хочу посмотреть, что там у нас в теплице творится. Сколько там у нас градусов? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух ты, зимняя сказка. Темнотища-то какая. Снег лежит сверху. Его надо счищать. А земля, между прочим, не замерзла. Видите? Чуть-чуть прихватила. Вот она. Рассыпается еще. Ну-ка. О! Постучишь, и снег съезжает. Это все надо счищать. Мы всегда с крыши счищаем снег. Кошки сели на окошко. Смотрят кошки на улицу. Мотик. 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 Обормотик. Марик. Комарик. А он, видите, у нас перец на окне поспел. Ну как я ему открою-то? Кошки хотят гулять. Голуби гуляют. А тот забрался вон в снег. Летите, летите. На крыше у нас расчищены. Трактор рано проехал. Аж 4 раза расчищал. Улица небольшая, а 4 раза проехал. Первый снег тут такой обильный, а то все снега не было. Гребень нам. Много на лопате. Ух ты! Снег тяжелый? Но сегодня 0 передавали будет. Чувствуется потепление, потому что это ветер южный и передавали 0 градусов. У нас кипит работа. Вышел гулять. Рыжий лис. Мотенька. Мотечка. Да, да, гулять пошел. Гулять. Вот-вот. Бессовестный. Вас плохо видно. Звезда. Физалис около дома. Оранжевые фонарики.
запутайся, а то уедем на Москву. Вот. Свет, да? Сейчас? Да. Поверните направо. Будешь домой, ты не будешь? Мне кажется, не это еду. Да как же не это, когда я еду? А почему вы так говорите? Я же не сказал, не говорили. Через 600 метров. Держитесь левее. Вон, видишь, терминал-то этот впереди. Но нам же на Солнечногорск надо. Мы ж не поедем на Москву в пробке. Вот нам вперед. Сейчас оплатим проезд. А кто на Москву дальше поехали? Я писал, надо на Москву. Через 600 метров. 50 рублей оплатили. Поверните направо. И вот нам Солнечногорск сейчас будет. Вот здесь, Жень. Нам на Москву удобнее здесь заезжать. Да нет. Первый поворот направо. Вот он и есть. Первый поворот. Мы просто ни разу. Маршрут перестроим. Вот-вот. Вот, пожалуйста, ты выезжаешь на трассу основную. Да, да, она тебе пишет. Сама запуталась. Вон. Пишет неизвестно что. Сама не знает. Все, дальше мы дорогу.